Добрый день всем. Я главный редактор украинского информационного портала на Вроцлаве. Вы, наверное, уже слышали о той шокирующей истории из нашего города, о том, что таксист сбил украинца, сбил велосипедиста. Нашокировало не только украинцев, много поляков на самом деле откликнулось на эту беду. Но меня удивила реакция и отношение украинского посольства в Польше. Очередной украинец приехал на заработки сюда. К сожалению, попал в неприятную историю. И вся та бюрократическая машина, которая должна была защищать, должна была помогать, она по большому счету не сделала ничего. Месяц назад в Нижней Силезии случилось очередное ДТП. Автомобиль сбил 5 украинцев, 3 из них, к сожалению, погибло. Спустя время ко мне обратилась жена одного из погибших и сообщила, что практически 2 недели прошло времени, а им так никто и не сообщил о том, что произошло это ДТП и кто-то погиб из их родственников. Хотелось бы сказать нашим консулам, как есть на самом деле, сказать им правду. Уважаемые, это не работа. Вместо того, чтобы действительно помогать людям, заниматься своими обязанностями, вы пишете красивые отчеты и указываете, как хорошо, что украинцы за рубежом помогают Украине, переводят деньги. В то же время, когда наступает действительно реальная ситуация и нужно помочь нашим гражданам, вы умываете руки. К сожалению, в будущем таких ситуаций будет становиться все больше и больше. И необходимо уже сейчас предпринимать меры и реагировать. В связи с этим я приглашаю всех украинцев, которые живут в Польше, 7 мая в 12:30 под стенами украинского посольства. Мы напомним нашим консулам о их обязанностях и чем они должны заниматься на самом деле.